Тельятамаке КАМАЗ предположительно при выезде на перекресток не уступил дорогу автомобилю Toyota Carina, имевшему преимущество. В результате аварии 20-летний водитель легкового автомобиля и его 25-летний пассажир госпитализированы. Похоже, авария могла произойти и в этой ситуации. Кроссовер выскочил перед автором ролика, возможно, уходя от погони. К счастью, тот вовремя сориентировался и смог избежать удара. В Уфе на улице Ростовской произошло классическое зимнее ДТП. Возможно, автомобиль Mazda попросту не успел вовремя затормозить. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. А в Черниковке автоледи после аварии поспешила покинуть место ДТП. По словам очевидцев, она была пьяна. Прибывшие сотрудники ГИБДД так и не смогли ее найти. С приближением Нового года автовладельцы стали украшать свои автомобили. Так в Уфе было замечено такси с оригинальными антеннами. А за тем, что происходит на дорогах города в режиме онлайн, вы всегда можете проследить на сайте maps.ufanet.ru.